Жми лайк, если хочешь порт игры Cuphead на Android с первым и вторым островом, а также всеми боссами. Давайте по фасту соберем 3000 лайков на этом видео, чтобы побольше людей его увидело, и тогда я скину ссылку. Ну а вначале я хочу посоветовать вам новую игровую гарнитуру для мобильных платформ HyperX Cloud AirBuds. Они будут просто идеальны для владельцев Nintendo Switch, которые хотят играть не только дома. Ну и это касается, конечно же, всех владельцев смартфона. Благодаря угловому разъему 90 градусов и прорезиненному незаплетающемуся кабелю, наушники оптимизированы для использования в мобильном режиме. Ну а включенный в комплект поставки чехол просто идеально подходит для мобильного использования. Я вообще люблю такие бонусы, и большое за это спасибо компании. Также здесь есть микрофон, поэтому можно спокойно общаться со своими тиммейтами в мобильных играх, да и на звонки тоже можно будет ответить. Вообще по дизайну гарнитура мне тоже весьма понравилась, такой сочный красный цвет, он прекрасно сочетается с тем же Nintendo Switch и получается отличное дополнение к любимой консольке. По звучанию все тоже очень даже круто, все на высоте и не только в играх, но и для прослушивания музыки, так что всем меломанам рекомендую. Тут на самом деле идут такие улучшенные басы, да и высокие и низкие частоты я бы тоже отметил. В общем, хорошее получается решение за небольшую сумму, так что обязательно рекомендую всем мобильным геймерам. Уверен, вам понравится. Короче, ссылка в описании. Здарова, ребят, с вами Илья, это Игры День и наши ежедневные новости мобильных игр. Сегодня хочу показать вам клон игры Cuphead, это новый клон, который я недавно увидел и хочу вам его показать. Ну, а точнее, это даже скорее порт этой игры, это полноценный порт игрушки и работает все просто замечательно. Вообще, как заявляет сам разработчик, здесь первый и второй остров, правда, чтобы это проверить, нам само собой нужно весь первый остров пройти. Ну, тут благо, уже первый остров открыт, то есть все боссы нам открыты, и я могу сказать, что здесь реально полно боссов из первого острова, и это уже круто, такого лично я еще на мобилках не встречал. Ну, давайте начнем все по порядку. В игрушке нам доступны три языка, русского само собой нету, поэтому самое объективное будет для нас использование английского языка. Это на самом деле не такой уж и минус, играть в общем-то спокойно можно. Также из интересного нам доступны все боссы и режимы из первого острова, как в старшей версии. Меня больше всего порадовал режим Run and Gun, он отлично здесь реализовано, а также режим с самолетиками, потому что до этого его тоже не было в мобильных версиях. Там, в общем-то, тоже боссы, все отлично работает, короче, играть одно удовольствие. Также, само собой, здесь имеется магазин, мы можем купить бонусы, если заработаем монеток, победив боссов, и таким образом станем гораздо здесь сильнее. Вообще, из также необычного, тут есть еще DLC Бенди, мы его можем выбрать в самом начале в меню и тоже за него поиграть, это тоже как минимум интересно. Короче, на самом деле, порт прикольный, тут лагов и прочего я не обнаружил, реально все более чем отлично работает, отлично перенесли весь первый остров со всеми боссами, с новыми боссами для мобильной версии, так что порт очень даже крутой. Вообще, если пройти по минусам, я нашел только один небольшой баг, это идет такое переключение на испанский язык с английского, оно почему-то само автоматически происходит, я не знаю, с чем это связано, но это в принципе тоже не критично, тут все интуитивно, так что с этим, в общем, разберетесь. В любом случае, порт меня порадовал. Тут отлично можно поиграть, и я вообще думаю скоро снять летсплейчик, чтобы пройти весь первый остров, победить всех боссов, и возможно тогда мы откроем второй, и там тоже все это дело посмотрим. Смотрите, подписывайтесь на канал, чтобы это не пропустить, чтобы быть в теме всей этой движухи, и скоро я поделюсь ссылкой на этот порт, так что тоже следите за новостями. Ну а так, напишите, как вам такая игрушка, как вам такой мобильный Cuphead, мне тоже интересно узнать, что сами по этой теме думаете, я почитаю ваши комментарии. Ну а так, заканчиваем сегодня, жмите лайки, подписывайтесь на канал, и скоро мы увидимся. Пока!